Поскольку не самый высокий всемирный уровень техники, есть много шансов нанести повреждения друг другу. Поэтому рефери должен быть особенно внимателен. Преимущество Пьера сразу в росте заметно. Но Ваня Кокорин очень длиннорукий. Так что издали, вот как сейчас правый удар, это будет плохо. Нормально. Подними глаза. Не бойся, Ваня. Подними руки. Давай. Внимательней. Остался на секундочку. Не удалось. Пьеру. Остался на секундочку. Вот здесь требуется дико настоящее мужество. Не сгореть, не сломаться после этого. Не бояться этих огромных кулаков Пьера. Почувствовав преимущество, Пьер спокойно готовит следующую атаку. Опять правый. Опять попадает. Подними руки, Ваня. Не бойся. Подними руки. Не бойся. Молодец. Молодец, он не бежит, он идет в размен ударами. Правильно, правильно, перехватывая инициативу. Не получается ничего. Еще раз, уйди от канатов. Хорошо, я, извините, болею за слабейшего в данной ситуации. Кокорин демонстрирует редкое мужество. Но бросается вперед уж слишком безответственно, безрассудно. И длинные кулаки, длинные руки Пьера достигают цели. Опять правый попадает, он долго готовит удар. Ваня, ну нырни под руку. Нет, он начинает атаковать сам. Какая разница в весе у этих спортсменов? Да килограммов 25. Ой-ой-ой. Нарцисс могут проявить благородство и не бить бы в лицо, по крайней мере. Но я вам должен сказать, что у Коли Валуева было преимущество над Чигаевым 40 килограммов. И Чигаев... Сейчас по две победы у Михаила Мамаева и Евгения Дятлова. Но еще не выходил на ринг Запашный, выйдет в следующем бою, второй раунд. Нарцисс собран. Нарцисс вообще не торопится никуда, мне кажется. Он готовит атаку. Он чувствует силу своей правой, правого прямого с дистанции. Аккуратно. Важно не сколько ты попадаешь, а сколько ты пропускаешь. Ваня как будто налетел на кулаки Нарцисса Пьера. Пьер очень хорошо закрыт. Он гораздо лучше в этом бою, чем в предыдущих двух. Только очень долго готовит правой. Пропускает Кокорин. Много шума из ничего, но один удар правый Кокорин все-таки пропустил в углу. Он оказался в очень невыгодной позиции, лишенный маневра в углу. А почему спортсменам иногда так сильно хочется держать за шею друг друга? По-разному бывает. Хочется сбить атаку соперника или устал, виснет на сопернике, чтобы выиграть время несколько секунд. Руки просовывают, чтобы не дать боксировать в ближнем бою сопернику. Много мелких хитростей. Нарцисс, конечно, контролирует бой. Выше головы, Ваня, аккуратнее. Но молодец Кокорин, он ни за что не сдается. Он чувствует, что проигрывает, но идет вперед. Как вы думаете, Кирилл, некоторый гуманизм Нарцисса Пьера, это... Слушайте, нет, нокдауна никакого не было, никакого, ерунда. Он поскользнулся, отер перчатки вперед. Некоторая медлительность Нарцисса Пьера, его это гуманизм... Нет, здесь он просто слишком уверен в себе. Ну что ж, последний третий раунд. По первым двум однозначно преимущество должно быть у Нарцисса. Но это бокс. И здесь очень часто один удар решает все. Поглядим. Кокорин против Нарцисса. По животу попадает Пьер. Стоп, Ваня, Ваня, спокойно. Не заворачивай, не разворачивай. Нельзя заворачивать. Желательно не хватать. Так, третий раунд. Но... Давай, Ваня, я за тебя болею. Ой, только не так. Опять то же самое. Летит вперед, забыв об обороне, о защите. И тут же пропускает. Эти американские штучки. Раскручивает руку. Да. Он чувствует свою безнаказанность. Ваня, не бойся, не поддавайся на эти дешевые номера. Вот это. Кокорин идет вперед. Он чувствует, что прыгает, но не боится. Молодец. Это уже какая-то бюзикольщина, вот это вот с раскручиванием, а? Случайно упал сам. Поскользнулся. Ну, видите репортаж, Сергей. Вы все отлично чувствуете. Давайте я пока отдохну. Я не могу, у меня сердце заболело. Нарцисс Пьер чувствует себя артистом в третьей программе «Король ринга». Да? Артист. У него майка такая провокационная. О, под мышку попал. Внимательно слушаем мои команды. Выше голову. Ваня просто очень устал. Ваня очень устал, и он пропустил несколько сильных ударов. 100 килограммов, даже если не самый не мирового уровня удар, но представляете себе, какая масса летит. Последние 10 секунд, Ваня, держись. Вся публика за тебя, за бесстрашного зайца. Два тяжелых удара пропускает он. Стоп! Ему судьи победил Пьер Нарцисс!